В Североказахстанской области 75-ю годовщину Победы отмечают 52 ветерана Великой Отечественной войны. Один из них – Иван Трофимович Клименко. Фронтовика поздравили специалисты Департамента уголовно-исполнительной системы и наш корреспондент Нургуль Ахметова. Иван Трофимович на фронт отправился в 1945 году. Ему тогда едва исполнилось 18. Ветеран на всю жизнь запомнил кровопролитное сражение за город Кёнигсберг. Корабли подошли, эти самые дальнобойные, из своих всех орудий начали нашего брата кромсать. Там. Что там было, это ребята непередаваемые. Потом дали команду, выбирайте, кто как может отсюда. Ну и все, выбрались, выбирали, все. Когда собрались, у нас совсем мало осталось. После победы в Великой Отечественной Иван Клименко вместе с другими однополчанами участвовал и в Советско-японской войне. Домой он вернулся в 1951 году. Сейчас ему 93, пенсионер, живет один. В преддверии 9 мая ветерана войны поздравили работники Департамента уголовно-исполнительной системы. Мы действительно искренне вам благодарны. Мы ценим ваш подвиг. Мы воспитываем молодое поколение на подвиги вашего поколения. После войны Иван Трофимович работал в сфере строительства. Жил в Алматы. В 2013-м переехал в Петропавловск. Сейчас его отдушина – это книги. Дома у ветерана большая библиотека. А значит, нам нужна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Петропавловск, Хабар, 24.